Для того, чтобы сделать ангела, нам понадобится листок пищи бумаги, карандаш и ножницы. Сгибаем лист А4 посередине. И карандашом рисуем силуэт ангела. Очень важно только на стороне сгиба. Начинаем прорисовку с головы. Намечать надо легкими движениями, легкими линиями, чтобы вместился весь силуэт целиком. Внимательно следим за тем, какие линии будут прорезаны, а какие будут использованы впоследствии для сгиба. Лучше внимательно смотреть за диагоналями. Важно, чтобы они были направлены в одну сторону. Ну, как сейчас, перед тем, как намечать крыло, нужно внимательно посмотреть на весь силуэт целиком. От рукава и до ноги. Проверяем все линии. Если все нарисовано так, как нам нужно, начинаем прорисовывать более насыщенным цветом весь контур целиком на финальном этапе детализации. После этого можно начинать приступать к нарезке. И самое активное — это линии прорезей. Для начала возьмем крупные ножницы. Это сэкономит время при вырезании крупных и самых длинных сторон. Важный момент – нужно отрезать пространство над головой и прорезать область над волосами. Внимательно нужно отнестись и к фрагменту с рукой. Важно, чтобы сохранилась часть соприкосновения именно с трубой. Волосам по контуру также нужно придать любую форму. Важный момент с рукой. Нужно прорезать по всей длине рукава от начала роста крыльев. Лишнюю бумагу отрезаем. На этом моменте уже вплотную занимаемся деталями. Так ведем работу. Мы начинали с самых крупных сторон. Сейчас дорезаем крылья. Очень важно, чтобы они продолжали соприкасаться с телом, не отрезаем их. Это очень важно. И закончив свою работу, можно приступать уже к деталям. Выворачиваем руки вперед. Стараемся зумать так, чтобы труба была непосредственно перед лицом ангела, по линии сгиба.
принципе, все готово. Но для того, чтобы сделать работу еще более тонкой и интересной, можно сделать прорези по контуру крыльев. Также сжимая два крыла, чтобы одинаковые прорези были что на первом и на втором крыле. В качестве интересного акцента можно добавить маленькие прорези. Сгибаем и делаем эти все отверстия на таком же принципе, как мы это вырезаем со снежинкой. Небольшие треугольники сделают работу интереснее и наполнят маленькими милыми деталями. Готово. Такого ангела можно повесить на елку или поставить поближе к окну. Тогда свет будет интересно проходить через прорези и освещать сам силуэт.